Всем привет! Собрала в одну кучку пеларгонии. Хочу их выставить на балкон сегодня. Несколько штук я уже выставила на балкон. А сейчас хочу остатки. Это у меня со стеллажа. Они стоят на стеллаже, эти пеларгуши. И пора бы им уже отправиться на балкон, пока у нас стоят пасмурные денечки. Слишком много солнца нет. Пускай привыкают, чтобы листья не подгорели. Эту неделю, конец недели будет пасмурная. И солнце там только в понедельник, по-моему, по погоде. А потом тоже опять пасмурно будет. Пусть привыкают уже. У нас там тепло 8-10 градусов. Днем так вообще еще больше даже. Пеларгонии они же хорошо выдерживают. Холод до 0 градуса. Так что сейчас я все это подвешу на подвесные крючки. И покажу вам еще раз результат. Тут у меня кот лежит. Кот Барон. Кс-кс. Барон. Барон. Ой, красавчик кот. Барошка. Дрыхнет. Вот так повесила я сейчас это все на крючки. На подвесные. Таким образом все это выглядит. Потом вот эти кустовые сорта я сниму, конечно же. Сейчас пока у меня все свободно, места здесь много, потому что цветы пока все в квартире, еще на балконе ничего нету. Пока пускай шикуют, а потом уже будет некуда повесить. Но останутся здесь два сорта плющевидных, плющелистных. Остальные кустовые я сниму. На подоконник поставлю. Сюда же, пониже. И вот еще тут пеларгошки у меня эти на продажу. И вот эти вот мои после пересадки обрастают. И пусть пока здесь будут. Вот эти уже стоят здесь 3 дня. А эти вот только повесила. Пусть адаптируются. Прохладе. Тут фуксия у меня стоит. А еще один сорт сюда поставила. Плющелистная пеларгония. У нас уже темно, 6 часов вечера. Хочу показать еще черенок гордении, как у меня укоренился в водичке. И в тепличке под лампой. Вот такие корешочки пустил. И все черенки гордении уже начали пускать корешочки. Стоят они в воде у меня, в тепличках вот так. У меня тут немножко беспорядок на столе. Я вожусь с цветочками. Вот так в тепличке в воде. И сейчас покажу еще корешки цисуса. Вытаскивать так не хочется. А вот там видно, смотрите. Вон. Они, конечно, плохо видно, но видно все равно корни. И еще раз покажу. Недавно я его показывала, конечно, с патифилом. Ангел Бэби, вон какой лист выпустил, варигатный. Такие корни мощные, классные, белые. Это вам хе с фагнами. Я укореняла, вон какие корни шикарные. Хочу сейчас пересадить с патифилом этот. И филодендрон надо мне пересадить. Колцатин. Буду сейчас заниматься пересадкой. Все. Заканчиваю на этом. Всем всего хорошего. До свидания.